вкратце изложены наши взгляды на сегодняшнюю Россию. Твоя статья? Моя. Не хочу читать. Напрасно. Она не блещет красотами стиля, но некоторые мысли и главные названия могут тебе пригодиться. 10 причин, по которым русские хотят войны. Это неправда. Я мерз вместе с русскими на фронте под Гжатском. Я видел повешенных русских детей. Этого не может быть. 2 виски. Ты когда уехал из России? В декабре 42-го. А сейчас апрель 46-го. Все равно не может быть. Слушай, все коммунисты фанатики, а русские вдвойне фанатики. Их ничто не остановит, если только они смогут подчинить мир своим идеям. Надоел. Я прав. Слушай, сделай мне большое одолжение, оставь меня в покое. Я жду одного человека, и главное, ты это знаешь. Кстати, о человеке. Если ты собираешься жениться на Джесси, то тебе вдвойне следует подумать. Престон! Добрый вечер, Гарри. Иди-ка сюда, Билли. Постой с нами около стола. Не могу, тороплюсь. Стой. В чем дело? У нас такая игра, стоять втроем и молчать, пока один из нас не уйдет. Садись, Билли. Нет времени. Сядь. Поговорим. Опять в моем отделе такая дрянь напечатана, что просто противно. Рад за твое дело. Кстати, Гарик, посмотри 23 харди, которые я напечатал. Все-таки он страшная скотина. Какая свинья. Можно сказать ему это лично. Вон он идет. Эй, Харди, на минутку. Здравствуйте, Смит. Доброй ночи, Гарри. Знаете, вы здорово изменились. А вы, к сожалению, нет. Садитесь. Некуда, надо кое-что написать. Не нужно писать, вы уже написали. Выпьем, я плачу. 2 виски. Но зачем вы написали такое свинство, русский журналист? Ведь это же вранье. Есть люди, которые видели это. Врете. Видели, как русские журналисты передавали деньги нашим профсоюзным деятелям. Ну, будьте человеком, нас никто не слышит. Сознайте, что это вранье. Вам одному под честное слово. Да. Вранье. Идем. Пейте. Ну, почему такая свинья, Харди, а? Идите к черту. Мне надоело это слушать. Ваше здоровье. Слушайте, Смит, заказывайте еще виски. Я раз в жизни на чистоту скажу все, что думаю о себе и, кстати, о вас. Еще 1 виски. Я свинья. Свинья только потому, что всегда зарабатывал в 6 раз меньше вас или этой жирной туши Престона. Займитесь другим. Не умею. Бездарен. Репортер скандальной хроники. 20 строк скверно написанного скандала и все. И еще виски. Еще виски. У меня жена и 5. $10 за скандал, из которых 6 на пеленки на лекарства. Я, между прочим, очень люблю детей. У вас нет детей? Вот это хорошо. И выпьем за моих детей за ваш счет. И запомните, Смит, красивые поступки начинаются от $100 в неделю и выше. А за 50 приходится делать только некрасивые. Еще виски, чтобы я уж договорил все до конца. Еще 1 виски. Двойной! Я свинья. А вы? Тоже свинство, но только за 30 000. Виски. И выпьем за вашу книгу о России. Непременно напишите, коллега. Я вам советую. Лучше гада за 30 000, чем гада за $10. А делать гадости придется все равно. Никуда не уйдешь. Еще виски. Еще виски. Нет, не могу. Я уже пьян. Доброй ночи. Доброй ночи, Харди.